Можно к вам? А кто это тут у нас такой маленький живет? Точнее, огромный человечище. Тёма. Артём? Тёма, меня зовут Снегурочка. Давай с тобой знакомиться. А у тебя елочка дома есть? А ты мне покажешь? Какая красота неземная. Давай вместе позовем Дедушку Мороза. Будем звать? Давай, 3:15. Дед Мороз! Давай мне ручки. Дед Мороз! Ой, а кто это у нас здесь такой красивый и нарядный? Это Тёма у нас, Тёма. Дедушка. Я думаю, да, он ждал Дедушку Мороза, да? Ждал. Чтоб не было больше зимы, чтоб вместо высоких сугробов везде зеленее холмы. Смотрю в стекляшку зеленого цвета, и вся зима превращается в лето. Ой, тяжелый какой, смотри. Да, до следующего года. Ой, молодец, какой, как мы помогаем. Спасибо. Пойдем провожать. Чайник, сейчас. Здравствуйте, здравствуйте. А кто это у нас здесь такой? Ой, коробочка красивая. Сюда как-нибудь. Да. Едем. Ой, какая молодцы! Поедет! В следующем году приду. Поздравляю вас с Новым годом! Всех благ! Крепкого здоровья! Ждете Дедушку Мороза? Да. Да? Какие тут принцессы живут! Ничего себе! Приветики, приветики! Как дела у вас? Хорошо. А у вас есть ёлка так? Да. Мне в коридоре помощи подарили. Классно! Покажите мне ёлку. Да. Вот она. Какая нарядная ёлка! Я таких красивых ёлок еще не видела. Обалдеть! Вы знаете, я пока шла с Дедушком Морозом, его ветром сдуло. Представляете? Конечно, потрогайте. Я тоже красивая? Вы тоже самые красивые девочки. В общем, дед старый, но у него очень хороший слух. И его надо покричать, и он по звуку, по голосу придет. Дедушка Мороз! Слышу, слышу! Кто? Ничего себе, как вас много здесь! А смотри, какого у меня в колесенка подарили! Ничего себе! Дедушка, аккуратно, он магический! Раз, два, три, елочка, гори! Класс! Кто первый начнет стишки дедушке рассказывать? Ну давай! Заблестело все кругом яркими огнями, замело и закружило белыми степями, Дед Мороз... снегами. Дед Мороз уже спешит к елочке и деткам и несет в мешке в своем вкусные конфетки. Белых лошадей Дед Мороз в санях красивых едет радовать детей.